Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, только вы можете помочь нашим детям защитить их права. Права также и наши. Нас обманули. Дом практически готов. Срок сдачи был 19-й год. Наша местная администрация никаких мер не принимает. Здесь вложены деньги и материнский капитал, и деньги наших детей. Допустим, у меня деньги, как у инвалида по военной травме, которые мне выплатили, также вложены сюда. Но нас всех обманули. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас есть обязательства по выплате ипотечного кредита за недостроенный дом. Помимо этого, у нас есть дети, которых мы должны содержать и обеспечивать, и оплачивать их жилье, временное жилье, коммунальные платежи, а также одевать, обувать и учить. Впереди Новый год, и нам очень сложно выживать в страшных условиях долгов и безденежья. Помогите нам, пожалуйста. Thank you.